Всем привет! Продолжаем проходить Darksiders первую часть. И сейчас мы направляемся в логово... Опять забыл эти имена дурацкие. Так, где тут? Селита, да, паучиха. Ну вот, и... По идее, нам... Какой дорогой нам лучше идти? Опять же, той, которой мы направлялись к... логову червя в прошлых частях. И, ну, надеюсь, это будет интересно. А потом мы уже пойдем в башню к разрушителю. О да, наконец-то. Какая она высоченная. Неплохо разрушитель постарался, чтобы возвести такую. Ну или он вообще не старался. Он идет! Вот упоротый, как он меня избивает. Вот жесть, вообще не вижу ничего, и они просто меня бьют, потому что почему? Потому что места маловато. Но сейчас он умрет. Или у меня осталось мало здоровья. Наконец-то. Ненавижу этих больших, надо прокачать меч, и тогда у нас будет ярость постоянно копиться очень быстро. И это нам поможет пройти оставшуюся часть игры. Иначе на что еще тратить? Оружие у нас, по идее. Ну, что-то... Снаряжение каких-то три у нас еще должно быть, по идее. А вот этих оружий у нас уже больше не... О, почти прокачалось. Скоро уже. Типа того. Надо через логово Самаэля было идти, а я что-то не подумал. А чертова херовина, ее еще и хероманишь, хотя вот. Зеленых ящиков тут не будет. Пора голову отрубить. Но опять же, зато души копятся. Так как там было сначала. Поднимаем, потом кидаем. Черт. И еще толпа врагов, особенно вот это мне не нравится. Нет, я все же уж прокачаю косу. Ах ты говно. Больших врагов тут, блин, он меня убьет такими темпами, во всяком случае. Ну
подождите, что-то... Что-то не сх... А, нет, туда мы идем, да. Я все на измене, что мы проходим то же самое место. И, возможно, как-то Вульгрим мог бы нам помочь быстрее пройти все это. Опять эти... А я и не знал, что можно просто зажать кнопку колесика мышки, он будет бесперерывно стрелять. Ой, верни здоровье. Ну где-то тут уже должна быть развилочка, по идее, у ворона, это хорошо. Хоть как-то восстанавливаю здоровье. Ой. Возможно, все же отсюда было бы быстрее. Хотя, нет. Фиг его знает. Врагов уже тут поменьше. И опять эти пазлы с коробками. По идее, нам сейчас это и делать не надо. Ужасно долго. Мне кажется, Вульгрим мне бы тут точно помог. Но в то же время я уже столько прошел, что... Хотя я и сюда мог телепортнуться спокойно. Тоже знал. Печально будет, если иду не туда, хотя по знаку на карте все же туда. И тут у нас еще Вульгрим, отлично. Пойду прокачаю меч или нет. Очень сложно решиться. Что-то новенькое все же есть. Тут уже столько всяких ударов. Ладно, хватит. Не знаю, мало ли пригодятся все же.
Ну и теперь, по идее, если я тут пробегу сюда, то, возможно, все получится. Если тут, конечно, есть проход. А, вот и штука для лошадки, о которой говорили. Да. Конечно же, в обход. Ну, цепанись ты уже. Инвалида кусок. Это будет забавно тут ездить на лошадке. Нет, уж лучше пешком. А то неосторожное движение, опять упал, опять беги вокруг. А вот и начинается паутина, наконец-то, отлично. Это меня уже радует. Новые локации. Может, новые враги, типа пауков. Игры без пауков — это не игры, так что пауки должны быть. Я опять же тут по сторонам оглядываюсь, мало ли что пропущу. Я уже попал в город, отлично. Сундучки и синие штучки. И красные штучки. Всякие штучки. Выглядит все здорово. А пауки почему-то толстые. Мне надо найти. Сюда! Упс. Нет. Похоже, ты ничего не сможешь поделать с высшей тьмой и ужасом. И потому пока лучше ее избегать. А, это типа как дверь. Окей. Высшая тьма и ужас. Насколько я понимаю, сейчас мы можем залезть на веревочку. О, понабежала, да.
казнить я вас могу? Да. Так, класс. Где пауки поменьше, там пауки и побольше. Почему не ломается? Доски выглядят такими некрепкими. А, понятно. Обманули дурака. Обманули. А вот и стемнело, видимо, а то все закат, закат был. Что это? Приближается всадник! Прикололся. Мне интересно, сколько ему нужно таких ударов. Какое-то издевательство, ладно. Надеялся, что он не сломается, потому что не должны пути ломаться так, когда ты уже по ним пробежал хотя бы. Вот он! Вот он! У меня же здоровья нету, придурок. О, о да. По-моему, я сейчас умру. Но после смерти мне дадут здоровиться. На последних каплюхах тут бегаю. Ой-ой-ой, стой. Из них же падает здоровье. Но я надеялся на сундук какой-нибудь спрятанный. Но Самаэль тут не бывал, насколько я понимаю, так как тут никаких его телепортов не было. Взорвется. О, сколько тут непонятных. Ну, полагаю, нам наверх. Хотя можно и вниз спуститься. По идее, только вниз мы и можем отсюда. Ого! Вот это да.
Так и здоровье, может, восстановим немножко. А где второй? А также хотелось бы найти какого-нибудь солдата. Ну, эти статуэтки зеленые. Мы же внизу были, да? Не просто же так там маятник этот стоит. Хотя... Сложно сказать. Но сейчас мы повернем рычаг, и этот маятник, наверное, подымется. Нужно это для чего? Без понятия. Наверное, чтобы успеть в лифт залезть. Так, ну посмотрим. Окей, опускаем его. А. Фейл. Значит, опускаться он не хочет. Что тут еще есть? Что тут еще есть? Ничего нету. Блин, я не вижу смысла замедления. В чем смысл? Вылезти-то я отсюда не могу. Спрыгнуть, если только вниз, но спрыгну. Окей. И оказался наверху. Интересный вариант подняться. Скребутся маленькие твари. Но даже находясь тут, я не знаю, что мне делать. Потому что на эту штуку я не могу спиться. Можно пауков позвать. О, даже много. Эта штука до сих пор... Значит, что-то с этим надо делать. Что? Вот я замедлил время. И должен пробежать по этой штуке. Но как мне наверх залезть? А, все понял. Здорово. Шикарно. Как это было заметно. Ну, почти 2 квадрата восстановил. Ладно, значит. Хотя нет, мне надо встать тут. Теперь успеть кинуть. И бежать. А там внизу еще один сундук. А тут, наверное, ключ. Как
как бы мне так... Карта тут, конечно, очень пригодится. Но это даже не сарказм. Но да. Ладно, пойду искать дверь. Только есть проблема, что, по-моему, мозг же упал. Что на карте за паук нарисован? Мне тоже интересно. А, по стеночке, окей. А боссом будет, я чувствую, не какая-то там... Не помню, как ее зовут, а целый Спайдермен. Ух, сколько паучков. Можно восстановить здоровье, я надеюсь. Ой-ой-ой. Преследуют. Чувствую себя каким-то уже живодером. Топчу все. Тут целая тактика ведения давления. Еще третий квадрат восстанавливаем. Ой, с ума сошел. Успокоился? Молодцом. Так, ну там этот паук, мне кажется, что он будет всячески пытаться что-то со мной сделать. И для этого и нужен этот ящичек. Или мне нужно его толкнуть куда-то. Ага, понятно. А теперь это все упадет. Ну не все, но паук точно. Нелегкая жизнь. Как же мне отсюда вылезти теперь? Раскидала ты их. Паук что-то значит, он на карте даже нарисован. Не просто так. И сейчас мы, наверное, попадем наверх, да. И такими... В общем, как-то его так надо убивать. Это грустно и печально, потому что... Хз как. Попробуем еще парить. Стой, паразит. Может, пострелять ему в брюшко? Ну, попробуем.
ловить его, что ли, надо? Я не представляю. Какая-то непонятка. Если бы просто ломалась бы паутина, рвалась бы, это было бы более понятно. Так. А может, мы можем залезть наверх все же? Это я, похоже, выстрелил из пистолета, окей. А смысл в чем? Ну, нашли один сундук. Смысла в этом не ахти много, но... Я ничего... А, нет, что-то по жопе я ему нанес, но... Было почти ничего. Так, ну-ка... Расскажи мне. Я что, мозг всей операции? Шикарно. Определенно самый такой главный... Подсказчик. Надо подбежать, попробовать прямо. Да чтоб тебя, да что ты творишь? Это невероятно. Паук еще там тусуется. Бронированный. Явно не хочет умирать. Ну ладно, я без понятия, что тут делать. У меня даже идеи нет. Но скидываем. Окей, надо... Надо думать логично. Если не получается рубить... Не получается, окей. На лошади мы там не можем встать, я думаю. Окей. В дудку подуть? Попробуем, почему бы и нет? Давно я не дул в дудку. Не уверен, что это что-то дало, опять же. А была бы у меня супер ярость, я бы попробовал в яростной форме его попинать. Интересно, что будет, если он меня заловит? Так и ничего? А, может, тогда встанешь... Ровно сюда. Чтобы гребсти по максимуму. Да вы что, издеваетесь? Ну, блин, ну... Но, кстати, ярость у меня прокачалась, и я чувствую, я, пожалуй, еще раз так сделаю.
и потом ее использовать. Да что ты творишь? Это долгое занятие, конечно. Блин, там уже светится. Не хочу по новой еще раз делать, потом скидываться по новой, чтобы подольше побить. Это издевательское место, я уверен. Его придумали, чтобы доставать. Это как с великаном тем было. И все, в следующий раз ты тут не выживешь. Так зафиндячу. Надеюсь, тут только один такой паук, потому что если много тут таких, я сразу удаляю игру. Давай, давай. Ты не хочешь и этого? Что за херня? Ну что это? Может, мне просто сюда надо? Если мне нужно туда, это, конечно, весело. Смысл тогда паука скидывать? Я не нахожу смысла, честно. Тогда никакого. Он меня как бы тут не пытается укусить. А хотя, может, и пытается. Но я идиот. Статуэточка наверху. Крутой меч. На самом деле простые враги. Ой, паучки. На ежиков похоже почему-то. С клешнями.
долечу ли? Может, отсюда? Удивительные метаморфозы игры опять. По-моему, это первый. Восстановление здоровья крайне дурацкое теперь с этими пауками. Ящиков нету, они думают, и пауков маленьких хватит. Конечно. Восстанавливает. Почти не восстанавливает. Что это делает? Круто. Во что мне это кинуть? Насколько я понял, опускаем лифт, ставим коробочку, поднимаем лифт, перекидываем коробочку усиленным ударом на ту сторону, ставим на тот лифт, как-то поднимаем туда. Победа. Все очень запутано и долго. Нет, более долго, чем запутано. По-моему, в соседней комнате опять такой же паук. Получится. В любом случае, я наверху. Комната с пауком. Психиатрическая больница. Чёртова. Не стоило приходить. А вот это уже плохо. Придут, но возможно. Или же нет, уже все. А нет.
хотя бы мелкие придут большого. Я всегда большого убиваю первым, и поэтому потом только с мелкими сражаюсь. Круто тут будет без Вульгрима, у которого можно купить эссенцию, без ящиков со здоровьем. Все как надо. Предусмотрели. Он очень похож на того, с которым я уже сражался, но это не тот. И почему-то он на меня тупо смотрит. А я ж умру. Меня все же сдавило, я умираю. Па-па-па. Отлично из меня воин, конечно. Как всегда. Но у нас есть 3 квадрата теперь. Может, это мне поможет. Все, пора ему умирать, а то у меня так и здоровья не останется на того придурка. А хотя, в чем проблема? Можно покачать меч и набрать ярости, хотя здоровья совсем мало. Лучше, наверное, без добивания их убить. Ну, хороший у него блок. Хороший. Коса все же получше, там все с блоками, понятно, они просто не ставят их. Ну все, я готов, в общем-то, так что выводите. Сейчас посмотрим, кто тут сильнее, жнец. Или какой-то непонятный вообще, откуда взявшийся монстр. Все.